Так, меня зовут Досан, я являюсь координатором Makerspace. Это техническая мастерская американского уголка. И в данный момент, что американский уголок закрыт на карантине, и мы теперь работаем в режиме онлайн. Все у нас теперь очень много программ, которые работают в режиме онлайн здесь, и мы выкладываем в Инстаграм каждую неделю наши программы. Вот, например, сегодня 2 апреля, и там идет 2D гейминг курс. На вопрос я отвечу чуть позже. Вот сейчас немножко введение закончится. Расписание на неделю вы можете узнать у нас в Инстаграме. Там же у нас в Инстаграме вы можете узнать о том, какие еще планируются курсы, какие на, ну, все новости мы выкладываем в Инстаграм, в общем говоря. А теперь про сам курс и, ну, и про то, как я к этому пришел. Я сам изучаю Python не так давно, где-то полгода. И я начал изучать Python с помощью создания 2D игр. Я там... Сперва мне было сложно, это было непонятно, и потом я как-то уже немного освоился и захотел поделиться опытом с вами. Почему я использовал Discord? Ну, потому что здесь все... Ну, мне показалось, что здесь все удобнее будет вам рассказать, что да как. Для начала, наверное, вот я просто открою. Вы же видите Discord, да? Кто-нибудь там есть? Так, ладно. Для начала вам необходимо установить именно... Ну, открываете welcome, здесь общая информация. Все, хорошо. Здесь общая информация о нашем курсе, обо мне. И потом переходите в pre-training. Здесь информация о том, куда переходить, чтобы, ну, инструкция с установкой и ваша первая программа. Кто-нибудь ее сделал? Ну и, возможно, вы уже ее сделали, возможно, нет. И если у вас будут возникать какие-то ошибки, проблемы, вы можете писать в чат здесь. Мы будем общаться, делиться проблемами, решать их вместе. Основной уклон делается здесь на групповое обучение. Когда вы обучаетесь, вот это, наверное, самое главное, что я узнал в Алеме. Когда вы обучаетесь группами, вы всегда можете решить какую-то проблему вместе. И если вы сами не поняли, то есть кто-то, кто тебе может объяснить. А если он не понял, есть кто-то еще, и вот так вот. А если все не поняли, есть я. Так, потом, после того, как вы установили, сделали здесь... Первое задание – это написать первую программу вашу и поздороваться с питоном. После вы переходите к базовому синтаксу, синтаксису языка. Здесь вы обучитесь, что такое переменные, типы данных, операции с ними. Ну, вся базовая информация, которая вам понадобится. И вы, если вы один раз ее пройдете, потом можете использовать как справочник для выполнения заданий. Здесь у нас будет два импортируемых модуля. Первый назвать черепаха, второй робот.
С помощью них вы будете закреплять знания о циклах, о функциях. Функции я скоро добавлю. Но для первого модуля вам понадобится только только базовые знания. К функциям мы перейдем чуть позже. Что еще могу сказать про нас? А, у нас еще будет все эти зумы. Я буду проводить в раз в неделю, каждый четверг, где буду объяснять то, что вам непонятно, или то, что здесь не хватает. Я все-таки здесь, чтобы не загромождать большими огромными текстами. Каждый канал я писал минимум информации, насколько это возможно. И в каждом канале я писал небольшие задания. Обязательно выполняйте эти задания. Они вам очень сильно помогут, чтобы освоить материал. И более подробно я буду об этом говорить на зумах. Вот так. Например, операции с числами, вам надо написать такое задание. Они не особо сложные, но они необходимы для того, чтобы закрепить каждый материал по отдельности. Итак. Теперь... Так, что я еще могу рассказать? Нашей конечной целью этого курса является написание 2D-игры. И мы не будем писать, наверное, какую-то определенную игру. Нет, мы сперва будем писать какую-то определенную игру. Все вместе напишем одну игру. И потом перейдем к индивидуальным заданиям. У каждого будет свой индивидуальный проект. Каждый будет писать свою игру, которая ему нравится. Которая ему понравится. И потом вместе все поиграем. А теперь к вопросам. Так. А, и еще, если кто недавно подключился, мы будем выкладывать трансляции Zoom'а на наш YouTube-канал. Ссылку я скину в Discord, в чат. Там вы можете посмотреть. Итак, теперь, если есть у кого-то вопросы, можете задавать, пока я отвечаю на другие. Как я помню, в Алеме 7 на 8 плюс часов проводишь. Нет, в Алеме там было свободное посещение, но да, если ты собирался серьезно прям там сидеть, то надо было там гораздо больше 8 часов проводить. Но я ходил туда с утра. Он работал круглосуточно, я там с 7 утра сидел до обеда. Могу ли я юзать brackets вместо других прок? Думаю, да, если вы умеете. Это brackets, это, наверное, текстовый редактор. Если честно, я о нем мало знаю. Есть еще вопросы у кого-нибудь? Можете писать. Если есть вопросы по самому курсу или у кого-то там ошибки по установке или что-то здесь не точно, тоже можете писать. Я все постараюсь объяснить. Это полностью зависит от вас. Ну, я буду идти... Я планирую это где-то месяц, но здесь нету каких-то жестких ограничений по времени, по рамкам, так как мы все находимся в карантине. Здесь вы можете в любой момент зайти, сделать задание, прочитать, и когда вам это удобно. Я буду объяснять...
Но я планирую, что это можно сделать примерно за неделю. Вот, скачал Python с официального сайта, не работает. Сейчас я этим займусь. Думаю, за месяц мы должны справиться. Но все зависит от вас. Здесь, насколько вы быстро будете делать задание. Ну, скорее всего, где-то под вечер. Я думаю, что сейчас, наверное, у многих спился режим. Я думаю, под вечер будет самое то. А, ну вот, как раз под вечер будет с работой совмещать. У кого-то еще работа не закрылась. Счастливый человек. Так. Качал питон с официального сайта. Не работает. Еще. А, на удаленке. Есть еще вопросы? Да, время зумов мы можем подвинуть. Да, можем. А, уроки в Zoom будут длиться около часа, я думаю, 45 минут. Мы будем раз в неделю. Ну, на следующей неделе я, наверное, разберу весь базовый синтаксис. На это потрачу примерно 45 минут, наверное. Примерно час максимум. Так, есть еще вопросы? Ну, думаю, если ни у кого вопросов нету, то на сегодня можно Zoom закончить. Да, мы все заливаем на YouTube канал. Это мой первый Zoom. Так. Ладно, так. Все теперь переходим на претренинг, установку и начинаем с базового синтаксиса. Я всегда буду онлайн. Так что всем удачи.